Попробую очень быстро рассказать, как же можно реализовать себя в нашем клубе. Хочу сказать, что моя жизнь поделилась, наверное, на две части, да? До Инкрузес и после. Но не могу сказать, что жизнь до Инкрузеса была какой-то там плохой, да? Она была крутой, классной, я очень много путешествовала и очень-очень много тратила денег на путешествия, потому что это одна из моих страстей. Я иногда говорю мужу: слушай, я вот каждое утро просыпаюсь и всегда хочу тебе сказать: любимый, ты там не хочешь меня куда-то свозить? Может, съездим? Потому что мы очень часто путешествуем. И после того, как в моей жизни появился Инкрузес, самое важное, что пришло в мою жизнь, это реализация. Наверное, каждый из вас знает, что у кого-то есть уже семья, и вы реализовались в ней, да? У кого-то есть бизнес, и вы уже достаточно зарабатываете, но вот что-то не хватает. Вот кажется, что вот что-то хочется в жизни того, чего не было у тебя, да? И вот это вот и есть эта реализация. Именно я нашла это в себе, в этой теме, да? Хочу еще поделиться, какой реализацией. Первое, я начала бесплатно путешествовать. У нас дома нет телевизора, мы его никогда не смотрим. И я, когда прихожу в салон красоты, делаю ноготки. Ну, девочки, наверное, меня знают. Обычно во всех салонах красоты почему-то показывают «Орел и Решка». Я, когда, открыв рот, смотрела на экран, я всегда думала: вот, блин, вот повезло. Как же они вот путешествуют бесплатно, как туда попасть? Вот хочу туда. И однажды, в мой день рождения, муж задал мне вопрос: чего ты хочешь на самом деле? Вы знаете, я еще так ухмыльнулась и говорю: слушай, хочу бесплатно путешествовать, чтобы я вот путешествовала, еще зарабатывала при этом. Он говорит: ну, губа не дура, прикольно. В этот же день рождения, в 18 году, 17 января, я написала пост и написала, что моя большая мечта – 100 стран за 5 лет. Ребят, вы, наверное, знаете, те, кто духовно развивается, знаете, что когда есть дружба между разумом и душой, когда ты даешь во Вселенную какой-то посыл, он тебе сразу же приходит. Ну, может быть, через месяц, через неделю, через день, смотря на каком вы уровне развития. Вот когда я сделала этот посыл, ровно через 2 недели, моя подруга Ларисочка, я тебе безумно благодарна, если ты тут есть, она сказала: Алена, это крутейшая тема, выслушай меня. Как только она сказала, что здесь можно путешествовать недорого, я сказала: да. Но когда я увидела компенсационный план, я сказала: о, здесь есть деньги, хочу зарабатывать, да, хотя у меня 2 бизнеса. Итак, реализация себя – это бесплатное путешествие, потому что каждое путешествие – это маленькая жизнь. Второе – это окружение. Я поменяла свое окружение в лучшую сторону, потому что в моей жизни появились люди, лидеры, люди яркие, сверкающие, люди, которые знают цель в жизни, да, такие же веселые, драйвовые, как и я, и мне это очень нравится. Я начала развиваться и меняться. И самая важная реализация в моей жизни – это, будете сейчас смеяться, год назад я выступала перед аудиторией 5 человек. У меня настолько трусились руки и ноги, что я не могла вообще себя вот собрать в куски, да. Но я понимала, что мне это нужно, потому что я пришла в этот бизнес, и мне нужно быть лидером. Поэтому я, естественно, поставила себе цель
выступать на сцене. И я сейчас потихоньку себя реализовываю. Здесь больше, чем 5 человек, и мне это уже очень нравится. Я хочу к вам всем обратиться, ребят. Если вы присматриваетесь к нашей компании, если, например, вы предприниматели и понимаете, что, возможно, вы не сможете совместить это и то, поверьте, я тоже предприниматель, у нас с мужем 2 бизнеса, и мы это совмещаем. Если вы молодой, поверьте, что вы сможете, потому что в моей команде больше 70% молодых, и они тут строят свою карьеру. Если вы чуть постарше, за 60, например, в моей команде 30% людей, которые за 60, и мы перенимаем у них опыт, мы учимся, и самое крутое, что мы их учим, и им это нравится. И если вы мамочки, ребят, у меня 3 детей, и я могу совмещать бизнес, материнство, счастливую жизнь, и у меня это тоже получается, я могу вас этому научить. Поэтому, если у вас есть возможность, хватайте ее, простите за слово, насилуйте, берите за хвост, потому что в этом есть ваша реализация. Всем спасибо. Спасибо большое, Алена, за мотивацию. Это было очень эффектно.